Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по четвертой книге «Царств». И сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. Она начинается словами: «Гафолия, мать Ахозия, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя». Но Иосафеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозия, взяла Иаса, сына Ахозия, и тайно увела его из среды умершляевых сыновей царских. Его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолия, и он не умершлен. Древнехристианский экзегет Ишадат Мерский в своих комментариях на книгу «Царств» пишет: «Гафолия истребила всех царских детей, на самом деле после того, как ее сын и сын ее брата были убиты Иеуем, она задумала чрезвычайно вероломный и порочный план, сказав себе в гневе: „Я все равно воцарюсь против воли Бога, превзойду обетование Бога, и я заставлю потомков дома Давидова погибнуть, так же, как погибли и были истреблены потомки дома отца моего“». Этот план напоминал коварство, которое замышлял сатана вначале против главы нашего рода, то есть против Христа, когда Ирод повелел сбить всех младенцев. Однако ее план не был исполнен, и через 7 лет царство возвратилось к дому Давида благодаря праведному Иодаю, мужу Иосафефе, дочери Иорама, который воспитал Иоаса, сына Ахозии. Итак, здесь мы видим, какая опасность возникла над домом Давида. Были перебиты царские дети, и скрыт был один ребенок, и был он скрываем в доме Господнем 6 лет, то есть его прятали при храме, между тем, как Гафолия царствовала над землею, то есть над иудейской землей. Как можно скрываться при храме? На самом деле у нас нет подробного описания первого храма, но мы можем предположить, что он был сделан по образу, точнее, не он был сделан по образу второго храма, а второй храм был сделан по образу первого. А при первом храме, скорее всего, как и при втором, были помещения для священников, где они жили со своими семьями. Эти помещения, они не соприкасались с самим храмом, но они занимали значительную территорию, как бы окружали храм с разных сторон. И мы знаем, что Дева Мария тоже скрывалась и росла при Иерусалимском храме, но уже при втором. И мы можем предположить, что первый храм, который построил Соломон, он тоже имел помещение для священства, где они жили со своими детьми, и там мог быть спрятан любой ребенок, тем более из дома Давида. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. Вот этот Иодай – это благочестивый человек, который прятал ребенка, в то время как вот эта Гафолия грешная
она царствовала над наследием Давида. Что значит, что он взял с них клятву в доме Господнем и показал с ним, и показал им царского сына? Ну, взял клятву, чтобы они не рассказывали об этом. И дал им приказание, сказав: вот что вы сделаете, третья часть из вас, из приходящих в субботу, то есть на праздник, в храм, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим, в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будете при царе, когда он выходит и когда входит. Люди дали клятвы в Доме Божьем, им показали настоящего потомка Давида, и их реакция была однозначной. Сделали сотники все, что приказал Иодай, священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю, священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в Доме Господнем. Здесь мы видим, что в Доме Господнем хранились копья царя Давида, его щиты. Обычно было принято оружие хранить ближе ко входу в храм, потому что в храм как бы не принято было вносить оружие, только в крайнем случае. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына и возложил на него царский венец, возможно, венец царя Давида, и украшение, и воцарил его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: да живет царь. Весь народ рукоплескал: восклицай, хай мелех, да живет царь. И услышала Гафолия голос бегущего народа и пошла к народу в дом Господен. Гафолия не подозревала, что произошел такой вот дворцовый переворот. И видит его царь, стоит на возвышении по обычаю, то есть для царей было специальное возвышение, где они по обычаю стояли. И князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. Трубы – это шафары. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: выведите ее за ряды, а кто пойдет за ней, умерщвляйте мечом. Так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем, ну, чтобы не осквернить дом Господень. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там. Дали ей место, то есть сделали проход. Все расступились, она вышла, прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там. А чему может научить нас вот это уточнение, что она прошла через вход конский к дому царскому? У ней был, похоже, строптивый нрав, как у коней, которые не могут стоять на одном месте. И вот это ее подвигнуло к перевороту, и она вошла в дом царский. Но вот в этом случае она не смогла войти в сам дом и была умерщвлена. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом.
То есть завет заключается очень интересно между Господом и между царем. Какой завет заключается между Господом и царем? В Пятикнижии Моисея есть законы о царях. Некоторые законы они выходят за пределы Пятикнижия, но эти законы были известны. Во-первых, когда человек вступал на престол, он должен был переписать себе свиток Торы от начала до конца. То есть царских детей обучали искусству книжников, саферим, которые умели переписывать Писание. И вот первое, что делал царь, он переписывал весь свиток Торы. А почему это было важно? Он должен был знать закон Божий, он должен его выучить, там, чуть ли не наизусть, и он должен владеть техникой переписывания свитка, который будет всегда теперь рядом с ним, как атрибут власти. И если христианские, например, монархи, они держали предмет, который назывался держава, и яблоко, то иудейские цари, они держали свиток Торы в торжественные моменты, когда они восседали на престоле. И тем самым они подчеркивали, что они будут опираться на этот закон. И у христианских царей при помазании был момент, когда перед ними выносили Святое Евангелие, они лобызали его, Святой Крест, как бы подчеркивая верность этому слову, что они будут им руководствоваться. И вот этот завет был заключен между Господом и царем, и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом. А договор между царем и народом – это обязательство царя перед подданными. Есть обязательства подданных перед царем, должны быть обязательства царя перед подданными. Царская власть, она не была безграничной, она ограничивалась божественным законом и божественным правосудием. И цари это очень хорошо понимали, потому что в то время часто вот менялись цари совершенно неожиданно, погибали в войнах и так далее. И когда-то наш народ тоже заключил договор с Господом и царем. Это было избрание дома Романовых. И наш народ длительное время, 300 лет, собственно говоря, сохранял верность этому договору. И наши предки на соборе земском, на котором избрали Михаила Федоровича Романова, они клялись за себя и за своих потомков, что мы будем верны этой династии и до скончания века. Правда, к ужасу надо сказать, что такую же присягу давали и Борису Годунову, и даже Лжедмитрию Первому. А когда заговор, масонский заговор февраля 1917 года против государя Николая II, как он писал в своем дневнике, везде трусость, обман, предательство, его оставили. Поэтому мы можем сказать, что вот наш царь, он последний русский царь, он как бы до конца исполнял этот договор, насколько это было возможно, по отношению к народу и к Господу. А народ не выполнил свою часть договора, поэтому Господь попустил нам быть вергнутыми в гражданскую войну, которая в некотором смысле продолжается до сих пор.
потому что разобщенность в обществе, она проявляется. Ведь у нас не было примирения после гражданской войны, как примирение, например, было в той же Испании, когда была гражданская война. А у нас ничего подобного не было. У нас брат восставал на брата, и вот такая нетерпимость совдеповская, она сейчас проявляется даже в церковных кругах, когда кто-то там недоволен кем-то из православных, сам будучи православным, и начинает такими совдеповскими методами, там, используя административные ресурсы, там, доносы, шельмования, наносить удары по другим людям. Итак, мы читаем: «И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним». Это храм Божий. Что значит наблюдение? Чтобы следили за порядком. И чтобы знали, что надо восстанавливать. «И взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня», то есть из храма, «и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский». Они не пошли через конный двор, как пошла Гафолия, потому что эта дорога уже была осквернена ее кровью. А царь из дома Давида, он входит через ворот телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей. «И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом в царском доме». Ну, на самом деле, скорее всего, не в самом царском доме, а где-то вот близко с царским домом. Когда она прошла на территорию, кто бы захотел бы осквернять сам дом царский. 7 лет был Иоас, когда воцарился. То есть почти 7 лет его прятали в храме среди детей священников. Священники прятали его. И когда он воцарился, ему было всего 7 лет. Но он был окружен преданными людьми, которые подсказывали ему, как правильно себя вести. На этом оканчивается чтение 11 главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать 12 главу 4 книги Царства.